Добрый вечер. Меня зовут Марина Чикашова, и я очень рада приветствовать вас в этом зале. Так что, спасибо. Я, конечно, привыкла чаще открывать выставки, но время от времени мне приходится открывать концерты. Вот сегодня как раз и этот случай. Василий – заслуженный художник России. В его арсенале более 40 персональных крупномасштабных выставок в России и за рубежом. Он является лауреатом и победителем многих международных, московских и российских конкурсов плаката. Он был главным художником и постановщиком государственных концертов в Кремле. Праздновали свои юбилеи прокуратуры России, МИД России, арбитражный суд, пограничные войска. Он является автором книг по искусству плаката. Несколько лет Василий работал в редакционно-издательском центре «Комсомольской правды». И вот именно Василию принадлежит размашистая «Комсомольская правда». Логотип до сих пор используется газетой. Это его кисть, его рука. Сегодня он выступит как композитор, певец и поэт. Он презентует сегодня уже свой второй музыкальный диск. Он называется «Я вселяюсь в тебя». Это событие состоялось благодаря усилиям и вообще активному очень участию Володи Рожкова. Это известный меценат и продюсер. Давайте. Я передаю слово Василию. Еще раз спасибо, Марина Николаевна. Еще раз здравствуйте, друзья. Очень мы рады все в таком коллективе. Сегодня мне выпала честь поиграть в концерте с такими замечательными музыкантами. Я тут уже шутил с ребятами, говорил, что это все, что ответственному работнику ФСБ пострелять из пистолета Дзержинского. Значит, диск действительно, на мой взгляд, очень... Ну, не то чтобы трудный концептуально, но выстраданный, писали мы его год. Олег Сакмаров, который сейчас вот по мою левую руку, вот, это аранжировщик. Это друзья, вы, наверное, знаете, но кто, может быть, по фотографии не узнал, то это легенда нашего отечественного рока. Много лет работал аранжировщиком, мультимузыкантом в группе «Аквариум». Ему принадлежит концепция музыкального, как художественный руководитель русского проекта Бориса Гребенщикова. Также он сотрудничал со многими группами у нас в России, в частности, Nautilus Pompilius. Есть свой Сакмаров бенд и очень... много выступает с другими музыкантами, как и здесь ребята, которые со мной. Они все как бы штучный такой товар и участвуют во многих интересных, уникальных проектах. Вот. Поэтому я рад, что у нас и эти ребята принимали участие в записи диска. А теперь я попрошу Олега. Да, кстати, он мне пообещал, что бесплатно раздаст автографы после концерта, если будут желающие. А теперь я слово предоставляю Олегу. Он представит моих коллег здесь по настоящему концерту. Пожалуйста, Олег. Добрый вечер. Еще раз хочу сказать, что я счастлив, что удалось поработать с песнями Василия Чикашова. Это была нелегкая работа. Песни сложные по содержанию, по эмоции, по мировоззрению. И надо было их облечь в форму адекватную авторской, как говорится, органики. Вот. То, что получилось, Василий, надеюсь, свои альбомы представит, когда их привезут ближе к концу концерта, привезут сами альбомы, тираж, CD. Да, обложка вот это как раз картины этого диска. Да. Вот. А сейчас я скажу, что, на мой взгляд, работа получилась очень яркой. И сегодня очень торжественный для нас, для участников этого проекта момент. Мы впервые вживую, как говорится, играем его целиком. Полностью альбом, я вселяюсь в себя, еще будут сюрпризы в конце, после него. Хочу представить музыкантов, которых вы и так, наверное, все знаете, но конкретнее. Замечательный барабанщик, лауреат конкурса «Таврида-38» Андрей Чуркин. Он играл...
Он играл во многих известных группах, в том числе в группе «Зерна». Его песни по нашему радио очень много крутились. Вот сегодня он играет с Василием Чекашовым. Это мой друг. Ситуация такая, что рок-н-ролл чем отличается от поп-музыки? На сцене должны быть только близкие люди, друзья. Если люди приходят с недобрым чувством друг к другу или к публике, это не то. Вы это слышите. Вот сегодня мы с любовью к вам вместе приходим. Я очень люблю Виталия Погосяна. Это выдающийся исполнитель. Не только на клавишах, но прежде всего на армянском инструменте дудуки. Фамилия Погосян – это армянская фамилия. Сегодня продемонстрирует. Мы сегодня продемонстрируем, как он играет на дудуке. Вернее, он продемонстрирует, а мы понаслаждаемся этим. И вплетение ткани дудука в песне Василия Чекашова еще один смысл придает, какой-то более космический. Вот, слышите. Мой друг... выдающийся скрипач, на мой взгляд, это лучший скрипач нашего времени, Максим Гусельчиков. Он играет во многих замечательных группах, и больше всех вы из них знаете группу «Крематорий». Группа «Крематорий» – это замечательная московская классическая рок-группа. Вот такой квартет, который сегодня будет сопровождать Василия Чекашова. Мы желаем в этот торжественный и трепетный момент, у нас немножко поджилки трясутся, хотя мы все опытные музыканты, потому что первая презентация альбома – это событие, которое бывает раз в жизни у каждого альбома. «Я вселяюсь в тебя». Василий Чекашов. Друзья, давайте наслаждаться общением. Говорят, это роскошь. Будем купаться в роскоши, как олигархи. Thank you.
одни силы, голосами погони и ветром с горы подавлюсь. Опоили меня, опоили меня и убили, и убили, убили, убили меня. Ну и пусть. Слово. Я пытаюсь свои песни писать. Кстати, в альбоме они из разных лет. Есть те, даже которым лет, наверное, уже 30 по возрасту. Я хочу из песен своих видеть картины. Поэтому я думаю, что ваши души будут холстами, а наша музыка и слова – краски и кисти. Можно закрывать глаза, можно грезить, а мы будем вам вот такие всякие истории рисовать. Да, следующая песня «Дворняга», я думаю, она находится как раз в тренде сейчас. Очень много говорят о любви к животным и даже о любви к людям, к человеку. Наверное, вот об этом песня. На пейзаж ночной, будто смерть косой, выкосила напрочь всех людей до единого. Кажется, фонарь, да и тот слепой, на весь мир один, да вон пес хромой убегает прочь, куда ж ты, горемыка милая. Стой, дворняга, стой, оглянись, подойди ко мне, подойди. Другом будь, другом не стыдись, город свой, город покажи. Стой! Грязь, и уюта нет на душе, а связь и с родными, и с друзьями прервана. Да и в этом городе окон не ищи, как в бетонном коробе, хоть кричи, свищи. Лишь случайное бежит отныне собачонка верная. Стой, дворняга, стой, оглянись, подойди ко мне, подойди. Другом будь, другом не стыдись, город свой, город покажи. Стой!
соль, дворняга, стой. Оглянись, подойди ко мне, подойди. Другом будь, другом не стыдись. Город свой, город покажи. Ей и мне обидно, что так поздно познакомились на улице. Некуда спешить, помолчим вдвоем, как без глазом жить, темнота кругом. Не бросай меня, хромая, моя спутница. Стой, дворняга, стой, оглянись, подойди ко мне, подойди. Другом будь, другом не стыдись. Город свой, город покажи. Стой, дворняга, стой, оглянись, подойди ко мне, подойди. Город свой, город покажи. Следующая песня «Гадалка», она посвящена настоящей мужской дружбе, связанной с фронтовым прошлым. Это как-то вот для нее я писал, сами мы служили в горячих точках, много общались с афганцами так называемыми, и даже с теми людьми, которые уже поучаствовали в событиях в Сирии. «Гадалка». По руке мне гадала гадалка, показала на линию дружбы. Проходила она, где не нужно. Ты не любишь друзей, говори. А я не знаю, что видит вещунья. Я в друзьях, как в долгах, не шучу я. И живу, даже сплю только в шуме. Жизнь вино и компания в суе. Все равно я не верю в гадалки. Мне не быть одиноким в каталке. И друзья мои старой закалки. Хоть один да придет, мне не жалко, что совсем уже поздно, и гости рассказали последние тосты, и хозяйка ругает без злости, как на утро я буду вставать. Мне гадалка катала на бусы, говорила, что нет больше женщин, для которых я Богом завещан и не будет уже никогда. А я не верю
что нет больше сердца, у которого можно согреться и забыться, от бед отсидеться и уткнуться в колени, как в детстве. Вот буквально вчера в этом зале мне три девушки сами сказали завернуть их в цыганские шали и умчать на воздушном шаре где-нибудь их на солнечном острове уложить на песчаные простыни и в роскошных распущенных косах их буду слушать, как любят меня. А мне гадалка гадала на картах, мало жить мне сказала осталось. Это карты, а мне показалось, будто ангелы крылья сплели. А я не верю, что мало осталось мне озер и закатов усталых, и тайги с комариной напастью, и костров у реки моей страсти. Я прорвусь через Туму и Сочи в Петербург на белые ночи, а будет чайками небо морочить, город вечный мне годы пророчить. Это что ж за такое гадание, когда нет даже маленькой тайны, когда внутренний счетчик мотает, а желания все впереди на монете. Гадала гадалка, не лежал, монета качалась. Это, видимо, просто случайность, но она говорит это знак. Сейчас будет исполнена песня «Тайное свидание». Когда меня раньше спрашивали, а какая песня самая любимая за все мои 78 лет? 24. На всех. Вот. Я говорю, что это «Тайное свидание». Эта песня сделана в таком стиле, она театрализованная, образ такой пышный, декоративный, как бы от имени поручика Ржевского. Вот, такого неунывающего человека на свидании с женщиной. Но все, наверное, парни и девчонки имели в своей жизни такой факт, как тайные свидания. Нет. Супруга подтверждает. Мне сложно, потому что я почти трезвый, а ее надо исполнять вот в таком состоянии. В гитаре дремлют колки, и совсем не ожидают в этом доме видеть вас. А вы в платье, в чистом шелке, вы приехали в двуколке. Разрешите пригласить вас, я заказываю вальс. Я сегодня вам, не смейтесь, подарю осколки сердца моих милых меланхолий. Фиолетовый букет вы сбежали от домашних, вам не стыдно и не страшно. Ну так что же, потанцуй. Моя музыка при мне,
раз, два, три. Спешу напрасно, даму я веду ужасно. Вам бы надо с офицером, это ловко все у них. Но я тоже с мыслью в танцах, есть капризов реперанцы. Если будем так страстно, я способный ученик. И не жена, и не подруга, а мы плывем, плывем по кругу. И вино не помогает, и куражится паркет. Вы сегодня в роли Павны или нимфы, или Фавна. Я дарю вам глупые рифмы, фиолетовый букет. Ох, я дарю вам глупые рифмы, фиолетовый букет. Там-там-там, драм, тара-дам, тара-дам, та-дам, та-драм, та-дам, та-дам, та-дам. Я уже приличный, и снежинка наша капли задрожала на брови. Ну и пусть у вас мужчина, разве это здесь причина? Но почему вы не похожи на портрет моей любви? Ах, почему? Похожи на портрет моей любви. Там-там-там-драм, та-да-да-да-дам, там-драм-там-там-там-там-драм-там-там, та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-дам, та-да-дам-дам-дам, та-да-да-дам. Друзья, а сейчас вот песенка совсем свежая. Она называется... Ты здесь? Давайте представим. Друзья мои, я хочу вам еще представить замечательного человека, который записывал этот альбом. Да. Роман Бирюков. Рома, похлопаем его. Нашего альбома и большой специалист. Молодец. Спасибо, Ромочка. Очень здорово звучит, прям очень классно. Хорошо звучит? Ну,
есть листы? Конечно. Роману Бирюкову похлопаем. Ему мы обязаны этим звуком. Рома. Так, тоже вот все по крупицам такие вот собранные люди, уникальные, которые участвовали в создании этого альбома. Так, песенка «М плюс В равняется Е». Она свежая песня. Это инициалы двух людей, которые не могут жить друг без друга, и у которых есть, конечно же, дети. И вот это начальные буквы, их можно применять вам сейчас, думать, как это получится у вас. Сначала женское, потом мужское. Или наоборот. А может, сначала мужское, потом опять мужское. Тут уж, знаете, тут... Я лежал на пороге событий, меня высосал город до дна. Одного я боялся, один я остался, и вот здесь появилась она. И ни в чем это не проявилось, ни вопросом, ни запятой, и тем более звуком, предвестником муки. Но я понял, что это за мной. Я уже улетал в никудактику, в самый дальний Аида фан-клав. Только вдруг эта девушка, только успеть бы уж, ухватила меня за рукав. В элитный парил невесомости, заблудившийся как НЛО. Только эта вот девушка мне дала хлебушка, грудь с молоком и тепло. М минус В получается Е. И упал в ее меткие руки. Я был лед, улетающий в ад. Но такая вот тихая, меня слабого, хлипкого отдышала, родила назад. Я не знал, как зовут эту девушку, я не знаю, кто дал имя мне. Только где-то на Марсе был биокатарсис, и в итоге случился я.
Друзья, мы, когда делали афишу, объявление, мы подумали, какое основное. Так, пока все могут перекусить и выпить, чтобы не переживали. Пока я немножко скажу, поговорю. Когда мы афишу делали на это мероприятие, я подумал, как можно с ребятами посоветовались какую-то основную выжимку сделать. А о чем же суть вот нашего творчества? И для кого это? И мы решили, что это большей частью для художников, людей с художественным образом мыслей, людей, которые могут переживать, которые очень, скажем, ранимы, и образы которых людей буквально захлестывают их эмоциональную систему. И большей частью эти творческие борения и, можно сказать, боления, да, боль, мы знаем и в истории людей творческих, это определенный надрыв, это определенные, может быть, даже психические расстройства, но в целом это вот такая масса, закваска, где рождается бацилла творчества. Это я к тому, что следующая песня, я по-разному ее исполнял. Было время, когда она исполнялась, ну, совсем уже на грани развала внутреннего. Потом как-то она подсобралась. Она, конечно, ну, нельзя сравнить с творчеством Поплавского Бориса, который воспевал там явно тот потусторонний мир. Но, тем не менее, здесь как бы те рассуждения, которые мне были близки, и, наверное, были близки когда-то, в какие-то периоды, людям, и вам тоже, и людям творческого склада. Песня называется «Я болен». Тупик станционной тоски.
Обернулся тканью неяркой, дешевой. Холмы превращаются мысли, а раны в кресты. Я болен, одно среди всех, есть желание выше. На белые простыни с тихой прохладою лечь. Не нужен себе, никому не видеть, не слышать. По снежному полю белой водою струится и течь. Порвет стремена. Терплю потому лишь, что вечное кажется близко. Я болен, вы видите сами, оставьте меня. Спасибо! Спасибо, ребята! Ну, ничего, пережили. Больше таких песен не будет, тяжелых. Так, песня следующая называется «Белая птица». Когда какая-то идея очень сильно овладевает, вы знаете, то хочется, может быть, не с тем поговорить, не так это отразится на тебе, не так что-то увидеть. Не то, что сказать. И хочется уединиться, чтобы эту поймать белую птицу. Но художники и наша тут присутствующая творческая молодежь, конечно, это поймут. Белая птица. Пускные кордоны и кольцо подмосковных снегов. Я приеду сюда в одиночку, нету сил ни мечтать, ни гадать, мне не вынести больше отсрочки. Мне осталось одно, только ждать. И в заброшенном в доме отчаянно, не включая ненужных огней, ставлю кресло на столике чайном, два прибора, как память о ней. За стеною пиры в честь царицы, под полами рабов продаю. В окна снежные бьют колесницы, сирены, сестрицы поют. Белый снег — это белое чудо. Закрути меня гулкой елой, забери меня, птица, отсюда. Я один здесь, мне нужно с тобой. Долетим с тобой, птица, до неба.
тогда я тебя отпущу. В тех краях, где ни разу я не был, может, там я найду, что ищу. Входит в мой дом. И зачем, говори, вызываешь и тревожишься, все отжило. Ты земной и давно это знаешь. Мне подняться с тобой тяжело. Белый снег — это белое чудо. Закрути меня гулкой елой. Отсюда я один здесь, мне нужно с тобой. Я хочу улететь и закрыться ото всех этой белой пургой. И не бросай меня, белая птица, вот увидишь, я буду другой. Вот, я вижу здесь все художники. Ну, танцует только Миша. А, да. Друзья, следующая песня называется «Не повезло». Кто-то видит, что это посвящено женщине, кто-то видит, что это посвящено еще страшнее смерти. А я думаю, что все-таки это, наверное, разговор с судьбой. Независимо от гендерной принадлежности, как сейчас говорят. «Не повезло». Виска взлетает ввысь. Летит моя судьба каретой сильною. Кричит, кричит душа, остановись. Мне зацепиться бы за синий василёк, двумя руками ухватиться всем назло. Волгали будет путь наш недалёк. Не повезло мне с вами, нет, не повезло. Почему-то именно
горячий ветер головы не остудил. Вы на руках своих меня качали медленно, хотя я вас об этом не просил. Зачем вы в мантии так вычурно и пошло? А этот глупый на груди узор. Вы обещали мне не вспоминать о прошлом. Не повезло мне с вами, нет, не повезло. Знакомые навстречу нам цветы. Мы на земле, на небе ли, не знаю я. Но чувствую уже конец пути. Но отпустите вы меня среди чисто поля, ну просто так, без этих лишних слов. Я все равно не принесу вам счастья более. Не повезло мне с вами, нет, нет, не повезло. Следующая песня очень специфическая. Когда меня на редких концертах спрашивают, а как вот вы говорите, что слово «любовь» уже давно заюзанное, что оно опошлено, его нельзя называть? Молодежь спрашивает, как же признаваться в любви? Я говорю, а вы вот учите эту песню или в лучшем случае ставьте наш диск. И в ней все сказано. Песня называется «Признание». Она посвящена моей девушке, которая открывала мероприятие наше. Спасибо. Я так признавался ей.
вселяюсь в тебя без права прописки. На ничейную площадь ставлю главную вещь. Я по имени жизнь не нашел тебя в списках. Я не чувствую времени, миг или век. Распинаю, пинаю, рву зубами на клочья оболочку одежды от плеч до колен. Опускаюсь в пиано, на форте нет мочи. Соглашается тело с огнем обмен. Соглашается тело с огнем. Соглашается тело с огнем. Как вампир твоих ног бью иллюзии туфель, красных швов и челок, перламутровых век. Жаль, что раньше не мог взять зубов твоих кафель и сточить языком до корней синих вен. Я закроюсь тебе, завалю в ход гортанью и дыханием стяну узких бедер ремни. Но за мною придут с приговором, я знаю, мы преступная связь, не пускай меня к ним. Мы преступная связь, мы преступная. Теперь от имени всех мужчин, не только присутствующих здесь, но и всей Москвы, да что там Москвы, всего мира, мы адресуем эту песню нашим дорогим женщинам. Потому что скоро Новый год, да? Романс. Сколько лет я здесь стою и тихо смотрю на этот дом, не новый, ну и что ж. Воспоминаний свет наивный и нехитрый, как нежный стон струится из-за штор. Мне кажется,
шаги служанки бывшей. Дверь открывается, и вдруг средь бела дня я вас увижу. Нет, наверное, услышу, как вы зовете по-особому меня. Подумать только, в этом доме скромно страсть стольких женщин тонула ко дну. А я гляжу, гляжу на эти окна, и в каждом вижу только вас одно. Ах, как смешны порой мои видения. Я пленник звуков, запахов и грез. На подоконнике ожившие растения все говорят и говорят о вас всерьез. Такие вот свидания остались, и если их отнять, то я умру. И вновь, как будто в наказание, крыльцу парадному лечу я сквозь года. Вы никогда меня не видели, не знали, а я вас помню, я вас знал всегда. А сейчас песенка называется «Матросик». Вот «Матросик», я вам расскажу такой случай. Однажды мне звонит друг детства из далекого-далекой моей малой родины и говорит: «Ну как ты там, что, как вот, вот, спой мне матросика». А я слышу, что-то он хлюпает. А он, ему уже дубини-то, орясини, как говорится, уже там за 70. Он хлюпает. Я говорю: «Ты что?»
плачет. Матросика твоего, говорит, включил. Я говорю, ну а что ж плакать-то? Он говорит, а у меня именно такой в детстве был. Именно без кортика, без ремня, брюки в расклёш и оббитый носик. И прям попал в десятку. Вот эта песня «Матросик» называется. Что вот? Песня ностальгическая, по детству. Магазинчики как-то арбатском, где и вывеска та пустячок, появилась игрушка, ни слон и не мушка, кукла с виду простой морячок. И как только звонил колокольчик и врывался какой-нибудь фрукт, все игрушки, как клушки, закрывали моргушки. Только тот морячок брал во фрунт. Матросик, матросик, отколотый носик, без кортика и без ремня. Матросик, матросик, ты снова уносишь в лазурные волны меня. Я стоял у витринки стеклянной, мы смотрели друг другу в глаза. Его чуб залихвастый, на профиль лобастый, все обо мне рассказал. И обрушилось, будто бы с неба, парус в грудь и соленый восход. Прямо с крыши чердачной, на шхуне удачный, мальчик Юнга уходит в поход. Матросик, матросик, отколотый носик, черные брючки в расклёш. Матросик, матросик, вот глупый вопрос, а может, ты детство вернешь? Это с ним я кружился по свету, в экзотических странах и снов. У костра с папуасами пел, плясал с выкрутасами, с эскимосками ел эскимо. Это с ним выплывал из крушений, воевал со осьминогом на дне. И вот точно такую же девочка южная поправляла матроску на мне. Матросик, матросик, отколотый носик, давай-ка уйдем в океан. Матросик, матросик, мой милый Христосик, спасай меня, мой талисман. Я провел больше суток в кессонке, я как будто бы спал и не спал. Якоря и компасы, рюмы, бочки, запасы, я всю жизнь тебя, друг мой, искал. И опять зазвонил колокольчик, та витринка и тот магазин. Но мне сказали, что ночью матросика точно очень старый купил господин. Матросик, матросик, мой верный мордосик, держись, я на помощь иду. Вот такой матросик у нас был в детстве. Ну и, наверное, это считается гвоздем нашей пластинки, которую мы сделали. Потому что очень много людей. Мне однажды человек сказал, вот я тебе звоню, бодрый такой, я тебе звоню из больницы, второй раз инфаркт получил.
Вот на самом деле, а что так? Как? Да я, говорит, только выжил, потому что «Дайте радость» слушал. Твою песню. Она-то, оказывается, я-то думал, она очень грустная песня. А вот помогает людям. Я думаю, что мы ее так немножко повеселее споем. Сегодня радость, не забыть мне, не заснуть. Получил ее и снова кровь по жилам бьет, как ртуть. Неужели будет внука? Я не вижу света дня, и я не слышу жизни звуков. Радость. Радость у меня надо сделать, чтобы узнали, да чтобы видели они, как умчусь я поездами, как зайдусь от беготни. У меня сегодня сегодня радость, мне бы помнить, а не петь. Что такое слово старость, слово грех и слово смерть? Ходят стройными рядами все, кто не были и были. Поступ крепкими ногами через сердце в бок на выли. Чекашов и его сотоварищи. Спасибо вам. Так, ну мы приближаемся где-то к первой-третьей концерта, да? Все разогрелись. Так, друзья, на этом как бы весь репертуар этой пластинки у нас исчерпан. Мы исполнили вам все, полная презентация пластинки. Ну, я имею в виду альбом музыкального. Мы сейчас хотели бы анонсировать, видимо, мы еще с Шагалом поговорим.
и исполнить другую программу, ретро-программу, как я называю ее, для морфинистов и кокаинез. То есть ретро-программа – это из моего первого альбома. Вот мы постараемся с ребятами, может, ее потом на следующей программе еще раз исполнить, освоить. Вот. Там, в принципе, навеянная поэзия Серебряного века. Мои песни, которые как бы поэзию Серебряного века я очень люблю, и поэтому она вот явно там прослеживается. Я просто сейчас хочу ребятам предложить прямо экспромтом сделать одну вещь из нашей предыдущей программы, как бы мы анонсируем ее. «Танго декаданс». На шелке лацкана английского костюма лежала ласковая женская рука. Оркестр играл, швейцар смотрел угрюмо, дым от сигар свивался в облака. Дым от сигар свивался в облака. И так казалось, будто в небо поднимаемся, и не осталось этих грязных номеров. А эти долмы все внимание занимаем мы. Все это ангелы из розовых стеклянного открытого сосуда мерцала пьяная вишневая тоска. Бал угасал, но всем хотелось чуда. Маэстро встал, так ничего и не сказал. Маэстро встал, так ничего и не сказал. И так казалось, будто музыка божественна, и не осталось даже мелких чаевых. Находятся в движении, все это призраки, их не было живых. Все это призраки, их нет.
А вот как раз и Володя Рожков, без кого не было этой пластинки бы. Он успел заключительно. Друзья, и в заключении нашей программы мы анонсируем как бы нашу будущую работу, наш будущий музыкальный альбом. Одна песня, буквально вот горяченькая, как блинчик, которая войдет в третий альбом, она называется «Самба на песке». Она очень многоассоциативна, я думаю, каждый найдет в ней свои эмоции. Твои ладони, облака в пальмах полны, на щеке твоей соленой мой язык ведет войну. Захлебнулись и очнулись, сотни раз перевернулись, барракуде в хвост уткнулись, медленно идем ко дну. Мы с тобой танцуем самбо, танцуем самбо на багамбо, можем станцевать и мамбо, но лучше самбо на песке. Не живу я, не дышу я, в наших жабрах нет фэншуя, в плавниках твоих ищу я только самбо на песке. Все осталось в фотоснимках, в селфи, дерби, может, в мифах, в щиколотках, теплых лимфах, легкий след на животе. Чайки нас будили рано от твоих укусов раны. Я не бас, ты не сопрано, медузы на воде. А мы с тобой танцуем самбо, танцуем самбо на багамбо, можем станцевать и мамбу в принципе, но лучше самбо на песке. Не живу я, не дышу я, в наших жабрах нет фэншуя, плавников твоих ищу я, только самбо на песке. Спасибо! Спасибо!